Кирове открылся многофункциональный центр «Мой бизнес». Там можно получить консультации по любым вопросам, связанным с развитием предпринимательства. На открытии побывала наша съемочная группа. Заплатить налоги, получить кредит, отправить отчетность – все это предприниматели могут сделать в одном месте на Динамовском проезде 4. Там в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы открылся центр «Мой бизнес». Это своего рода окно услуг для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Также у нас будет организована в режиме графика работа представителей органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, налоговой службы, Федеральной службы судебных, судебных приставов, фонд содействия инноваций, фонд развития промышленности, а также представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей. Большая часть тех, кто пришел на открытие, это предприниматели, они же будущие посетители центра. Многие уже успели оценить новый сервис. Назрела необходимость как-то сконцентрировать все возможные точки для упрощения, ну, во-первых, там, взаимодействия бизнеса и власти, ускорить процедуры различные. Кроме всего прочего, в центре «Мой бизнес» будут проходить лекции и семинары для представителей бизнеса.